Ну что, готовы открывать? Второй день открываем. Посмотрите, так большая. А какой он открывает сегодня? Четвертый? Ну-ка, открывай. Ух ты! Что там такое? Киндер! Это магнит. Это миндер. Ты уже открыла? Да. Ну давай, открывай, показывай. Это магнит. А ты сказала, что это ластик. Я думала, что это ластик, потому что оно белое. Ага, ну магнит классно же на холодильник. А вот тут сзади оно смотри как. У тебя тоже магнит? Да. А кто у тебя? Марио. Здорово. Ксюшки, потому что у Маргариты там принцесса на коробке, у тебя Марио. Ты Максу дала? Ты мой золотой, молодец, поделилась. Давай открой. Поделилась с Максом. Ну-ка, давай открывай, что вот там. Троечка. У Каролины попался киндер-сюрприз. Там должна быть игрушка на елочку, да? А, машинка. А ты Максу дашь машинку? Макс, тебе повезло. Тебе сегодня две игрушки. Еще шоколадку дали. Такая вот принцесса. На холодильник магнитик. Так, это я сейчас буду стирать постельное белье вчерашнее. Окошечко-то откройте, что закрыто. Ой, у тебя тут такой Дед Мороз уже стоит. Сегодня я так думаю, что мы начнем в зале немножко украшать. Дед Мороз у нас. Ой, снеговик, то есть. А у нас дождик сегодня идет. Зима у нас дождливая в этом году. Не снежная, а дождливая. Маргарита сейчас будет собираться на день рождения. Завтра в этот. Что тебе надеть? Да. Да, Маргарита спрашивает, что мне надеть? Единорога или единорога? Надень-ка ты единорога. Надень беленький, он такой более праздничный, беленький. Ну, белый. Только майку не забудь под низ. Смотри, кушай булочку. Совсем скоро лето. Мы и мы поедем. И мы поедем в Испанию. Очень скоро лето, совсем прям вот-вот-вот, скоро-скоро. Только зима началась. Но время быстро пролетает. Нет, еще даже не началось. Не, ну уже с декабрь. Так что? Уже началось. Что-то у тебя один рог больше. Как-то толще, ой, в смысле, выше получился, чем другой. Только носки нет. Там дождика вроде нет. И куртка не белая. Не, есть куртка белая. А, ну да, ну сейчас не так уж там холодно, чтобы на ее надевать. Она такая прям зимняя, снежная. Папа, ну снега. Ну держится, чувствуешь? Да. Да, нормально? Не падает? Ну все, давай, пока. Хорошо. Повеселиться. Давай. Куяте, Марго. Да. Макс не захотел. Да, ну что, ребятки, остались мы втроем. Маргарита ушла на день рождения, папа с Каролиной ушел к своей маме, да, к бабушке к нашей в гости. И мы решили не скучать, мы решили наряжать. Достала я, в общем, все наши игрушечки. Смотрите, у нас даже есть календарь. В общем, про него совсем я забыла. Обычно он у нас висел раньше с подарочками. Ну да ладно. И мне здесь нужны шарики только красные и только золотые. В этом году я буду... Синих я не буду вешать, только красные и золотые. Вот. Что еще у нас тут есть? Это у нас наши шарики-фонарики, лампочки, да. У нас такой вот шарик новогодний. Аккуратно, с музыкой. Это точно сильно, очень быстро может разбиться. Что может разбиться? Этот. Да, вот, это все стеклянное. Осторожно, это все стеклянное. Нет, эти, которые очень такие. И ну, это тоже стеклянное. Помнишь, как Макс кидал шарики? Помнишь? Снимет с елки, кидает прямо на пол. И они разбивались все. Да, они золотые же. Смотри, даже есть у нас мишура золотая. А это? Все, красное и золотое, вот. Кроме синего. А это?
Ты издеваешься, что ли? Да. Смотри, вот тебе ведерко. Складывай сюда те, которые нам нужны потихонечку. Макс, те, которые не нужны, мы оставим здесь. Хорошо, что я не купила красные. Оказывается, красных там много. Угу. Я купила золотые. Так что сделаем. Значит, вот сюда повесим красные, да? А эти сосульки можно. Сосульки можно, они красненькие. Все, ой, вот еще один. Осторожно, Макс, не пихай туда, а то он сейчас там все вывалит. Вот еще одна красная. А вот еще красненькая. Она поломана. Я красная. Нет, это синяя, это не надо. Все, больше ничего не надо. Так, а здесь у нас кролики погрызли пакет. Смотри, даже коробку прогрызли. Ужас. Здесь вот у нас вот такая вот шапочка поющая. Конечно, должна работать. Батарейки, значит, выпали. А? Батарейки выпали. Здесь у нас такая коробочка с подарком. Такая вот коробочка для декора. Как будто бы подарок. Да. Наш. А это для свечек. Снеговичок. Нет, да. Батарейки нет. А, батарейки нет. Ну, плохая батарейка. Да. Ты помнишь, Макс, Санта-Клаус танцевал с ним маленький, когда был? Да ты что? Не работает он, нет батарейки. Вот еще свечки у нас, оказывается, остались. Мы их зажигали? Да, мы их зажигали. Угу. И вот еще одна коробочка с подарочком. Это специально для елочки, чтобы елочку вот так вот ставить туда внутрь. Но она не подходит для нашей, потому что совсем маленькая. У нас слишком большие ножки. И она туда не помещается. Тогда получается очень красиво. Не видно эту подставочку, эти ножки от елки. Но... Да, к сожалению, это не для нашей елки. И оно у нас просто как бы для декора, чтобы туда что-нибудь складывать, да. Можно было сюда вот эти игрушки сложить. Наволочки на подушке. А где они? А, они там? Да. Стилочка. Да, вот эти снеговички. И тарелочка. А вот еще один снеговичок. Еще один. Дед Мороз. Поставь сюда. Дед Мороз. Это снеговик. Угу. Значит, это. Угу. Такая вот подушечка у нас одна будет здесь. Merry Christmas. Принеси другие с балкона подушечки. Другие подушечки принеси с балкона. У нас еще две наволочки остались. Такие вот и с олененком. С олененком. Мам, Да. Сними вот эту штуку, пожалуйста. Я поломала, ну. Да, конечно. Да, подушка. Это папина. Папа с ней ходил. Так, все. Сейчас наденем еще две наволочки. Так, все, теперь нужно их распределить все. По местам. Подушечки нарядили наши. Это скакалка. Ну, конечно. Не порви, пожалуйста, она мне целая нужна. Она мне целая нужна. Я хочу вот эту картину украсить такими же шариками, как в прошлом году. Только золотыми и красными. Угу. Деда Мороза и оленя. Нет, вон туда нужно, на полочку. Ксюша. Ксюша, вон туда над телевизором. Чтобы у них ножки свисали. А если упадет? Нет, не упадет. Это специально так они должны сидеть. Угу. Вот. Мама, вот там. Здесь пустые свечки. Мама, вот там. Хорошо. Да. Еще там есть? Да, есть еще серебряные и есть синие. Нет, а золотых больше нет? Не знаю. Мне, мне нужны были золотые. Или лучше на елочку давай оставим. А то у меня на елку тогда не будет золотых. Значит, серебряные. Да, можешь серебряные на нее. Это на елочку. Положила, может, еще добавить? Баба! Да, можно. А там есть эти другой пакетик в коробке. Там маленькие шишечки красные. Помнишь?
Нет, это на елочку. Маленькой елочке холодно зимой. Из лесу елочку взяли мы домой. Да, шишечки тоже можно взять. Угу. Вот. Маленькую туда можно закинуть. Это я. Шарики тоже можно. Здесь еще один. Розовый. Вот. Розовый. Только не высыпай. Это куда? Розовый. Шишечек сейчас сюда накидаем. Все? Молодец. Так, шишечки еще остались куда-нибудь. А еще, может, туда шишечки поставить? Ну да. Сейчас мы еще вот сюда шишечки поставим. Сюда шишечку. Как лес у нас будет с елочками. Лес. Нет, не надо мне сюда их. Посыпать, что посыпать? Это снежинки. Ну. Они не сыпятся, а их вешают. Ну. Так их не видно там будет. Вот так вот елочки. Так, вот у меня здесь еще остались гвоздики. С прошлого раза я их не вытаскивала, потому что знала, что я еще буду делать на Новый год. Так, все. Будем делать золотые и красные. Каких у нас больше красных? Значит, больше возьмем красных. Пойдем. Аккуратно, чтобы они не упали вниз. Больше у нас будет красненьких и кое-где у нас будут можно золотые. Сюда вот золотые. Можно. Если там ее видно будет. Да, видно будет. Нет, не так. Их нужно привязывать на ленточки. Помнишь, как они висели по разной длине? Короткая, длинная. Я сейчас ленточки принесу. Вот как раз у меня красная ленточка. И мы на нее будем вешать игрушки. Осторожно, да, вот так вот так. Теперь нужно нам определять, какой длины оно будет. Сейчас ножницы. Ножницы принеси. Так. Какой у нас будет блестящий. Стеклянный. Вот такой. Они должны быть все разной длины. Если ты, допустим, делаешь здесь длинное, значит, другая должна быть чуть покороче, чтобы они висели все не на одном уровне, а на разном уровне. Хорошо? Ребят, если у вас есть какая-то ненужная картина или ненужная рамка, то сделайте такую картину. Очень красиво смотрится. В общем, сейчас все увидите. Да, это зеркало у нас раньше было, это у нас зеркало разбилось, осталась рамка, поэтому мы ее используем по-всякому. Вот смотрите, я привязала к ленточке шарик. Теперь ленточку я привязываю вот сюда к гвоздику. Так, ну-ка растяни, чтобы она не сильно, чтобы она была на уровне. Растяни ленту. Шарик по всей длине растяни, как он у меня будет. Вот так, да, где-то примерно? И привязываю. Машинка так шумит, ужас. Прям как сейчас вертолет взлетит. И привязываем. А можно золотой? Конечно, золотой тоже можно. Обязательно, даже нужно. Сейчас можем сделать золотой. Подлиннее, вот так вот. Да? Узелочек завязывай. Один. Даже можно шишечку повесить тоже. Да, просто один узелочек завязывай и все. Посильнее так, чтобы оно не упало потом. И разбилось. Да. Вот сколько у нас бабочек. Ну, бабочек, наверное, тоже для елочки нужно ставить, да? Только ой, вот тоже. Давай, теперь мы сделаем длинную, да? Да. Вот такую. Вот такую. Да? Угу. Сделаем длинненькую. Вот, ребятки, так вот у нас получается. Бокс. Угу. Осторожно. И, в общем, так мы будем делать до самого конца. Здесь у нас бабочка висит. Мама, а почему мы не сделали так? Очень внизу, наверх. Ну, не знаю, мне нравится, когда... Мама, тихо! Ой!
Стрижку делаю. Не надо стрижку делать. Принеси мне салфеточку влажную. У меня в комнате там на этой, на тумбочке. Протереть нужно. Там пыльная. И все. Вот у нас игрушечки остались на елочку. Остались у нас как раз. На елочку нам будет достаточно золотых и красненьких. Надеюсь, они не разобьются. Нет, это пластиковые. Нет, это пластиковые. Золотые пластиковые уже. Сейчас все? Очень мало продают стеклянных. Это если поштучно, по отдельности. А вот такие вот наборы большие, они все пластиковые. Все? Да, теперь будем вешать. Все, ребятки, смотрите, что у нас получилось. Красота. Очень тоже красиво красно-золотой. Так вот мы украсили наш... наше такое вот местечко. Тут у нас носочки висят. Тут у нас лесок с шишечками. И картина с шариками. Очень прикольно. Да. И здесь на столе у нас будет стоять такое вот украшение. Тарелочка красивая. С тремя свечками. Хотела еще красную поставить, но нет, оставила. Только три золотые, так лучше будет. Еще бы сюда какую-нибудь подстилочку, да? Не хватает. Можно их зажечь? Не, не надо сейчас зажигать. Ну, потом потечет это все. К празднику зажигем, хорошо? Все? Что нам еще осталось? А, Каролин? Да. Специальной краской. Что нам еще осталось? Девочки свою комнату будут украшать немножко позже. Я надеюсь, на этой неделе они снимут видео. А сегодня мы просто пока украсили здесь нашу гостиную. А и здесь у нас на этой полочке еще свечки поставила. И сидит такой вот Санта-Клаус и олень. Ножки свесили. Мам. Ау. Смотри. Что? Ой, прикольно. Фонарик? Да. Красиво. А ну-ка, если свет выключить, как будто свечка там горит, да? Да. Там лампочка. Красиво. Привет. Че так долго? Я не знала, до скольки ты будешь. Я еще там заиграла. Ты чего падаешь? Я заиграла. А где башмаки твои? Не съела в кино? Как кино? Понравилось? Очень. А мы украсили, как тебе? Красиво. И ключи это юникорн. Че, очки что ли с собой можно было брать? Да. Прикольно. Попкорн! Mm-hmm. Да? Ну сначала один час. Нет, Карина. Один час у нас была пауза. А потом второй час. Да? Мы так и там снимали. Мы сейчас будем снимать видео. Какое видео? Было или не было. Да, было или не было, как вы и просили. Очень-очень много вопросов написали в Инстаграм. 1200 комментариев. Ну, конечно же, мы сейчас на все не сможем ответить. Выборочно выберу самые интересные, а потом можно сделать вторую часть, если вам понравится. Да? Да. В общем, сейчас мы ответим на самые-самые интересные вопросики. Маргарита сразу же пришла после дня рождения, и мы тут сразу это... Съемочный процесс у нас. Ну, ладненько, все, мы тогда будем начинать. Завтра в школу. Давайте здесь порядок наведем немножко. Все у нас здесь в игрушках в елочных. Надо все убирать, нашу лампочку. Мама, мне ёлка, ёлка, ножкой ударил. Чем? Иди сюда. Ой.
девушка. Не вытирай кофтой. Нет, нет, это пижама. Ты что, иди вытри полотенце. Мам, если ты Милена. Милена? Нет. Чао, папито. Папуша. Папа поехал работать. Да, сегодня он, эту неделю он работает в ночь. 10? Да, в 10 он уходит. Может быть, 7 часов работать. Работает с 10 до 5 утра. Он с такой машинкой ездит. Мам. Да, да, на моей кровати будешь. Все, давайте включаем телевизор и спать. 9, полдевятого. Ой, полдесятого уже даже, Маргарита. Давайте уже спатеньки. Макс, давай маме телефончик, пойдем зубки чистить. Я... Давайте, девочки, сначала вы укладывайтесь, а потом я пойду укладывать малышей. Болит голова? Да. Болит, ну потому что с непривычки, когда заплетаешь косы, потом болит. Ксюш, почему костюм твой валяется? Если его нужно постирать, сразу положи, я постираю. Он грязный? Нет. На, сложи его тогда аккуратно. Почему я не могу? На, сложи аккуратно. Сложи, говорю. Так, все, девочки, я свет выключаю. Каролина, пойдем в кровать. Ложимся. Фонарики оставить вам? М? Фонарики оставить? Да. Только нужно переключить режим, чтобы он не мигал. Он ушел. Уехал, а не ушел. А он спал? Да, он спал. Сколько? Ну, сегодня он спал до 11 часов. Давай, укрывайся. Ребят, смотрите, лайфхак, как не заправлять постель. Складывайте одеяло пополам. Два раза. Да. Ложитесь внутрь. И когда просто будете вставать... Застелите одну сторону и все. И Маргарита точно так же, смотрите. Она лежит на одной стороне, укрывается другой, и потом, когда она встает, она просто ее поправляет, и кроватка заправлена. Так что... Мама, ты знаешь, еще хотят нам такой конвертик? Да, конвертик. Мне такой конвертик тоже бабушка в детстве делала. И мама. Так что по наследству переходит. Конвертик? Ну вот так вот подворачивается, вот так здесь подворачивается, в ногах подворачивается. Получается конвертик квадратненький такой. Все, пойдем, Каролина. Все, спокойной ночи. Пока-пока. Все. Пойдем, Макс, зубы чистить. Макс. У нас тут воздух освежается в туалете. Сегодня малыши будут спать со мной. Я вообще не люблю одна спать. Когда у нас папа раньше в командировку уезжал, я с малышами спала. Либо с Максом, либо с Каролиной. Не люблю одна спать. Все, давайте. Я ушла спать, Макс. Угу, дай сюда. Пока.